Привет. Перед тобой мой новый курс «Фатализм Арт», в котором мы будем делать вот такую вот зарисовочку, точнее учиться ее делать. В нем будут представлены различные методики стилизации фотографий под арт, обрисовки фотографий и так далее и тому подобное. Эта стилистика подходит под, в принципе, все фотографии, неважно, это селфи или еще что-то. Мы в данном случае будем использовать конкретно селфи, взятое просто из Инстаграма. После этого курса ты сможешь делать вот так и вот так, и даже вот так. Более того, ты сможешь смешивать эти методики таким образом, добавлять туда свои какие-то мысли, идеи и так далее. И все это может обрести совершенно новый концепт. Очень круто выглядит на крупноформатных портретах, то есть прям когда лицо крупным планом и есть возможность сделать какие-то такие завитки в виде там волосин, да, там и так далее. По ходу урока ты все поймешь, я все буду показывать поэтапно, по классике, как обычно это делаю. Смотри внимательно, ничего не пропускай, если будут какие-то вопросы, у тебя всегда есть возможность задать их куратору, который за тобой закреплен, либо мне на закрытых стримах, которые мы проводим для наших учеников. Я хочу сказать, что возможности диджитал арта по сути безграничны. Более того, если ты внимательно все изучишь и по завершению курса будешь выдавать достойный уровень работ, то мы без каких-либо проблем берем тебя в свою команду, где ты сможешь начать свою карьеру с максимально возможной поддержкой. Поехали!